Областную известность Вихоревки, что в Братском районе, принес конфликт между мэром и депутатом Думы этого же города. Причем речь идет о побоях. И парадокс ситуации в том, что пострадавшим выступает мэр-мужчина. А вот агрессором народный избранник – женщина. Что же так разгневало ее, сейчас выясняет следствие. Даже заведено уголовное дело. Надеюсь, что в пылу страстей оба участника конфликта помнят о своих прямых обязанностях.